Дар Дхармы превосходит все остальные дары. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал среди народа Куру, в местности Куру, называемой также Камма-Садама. Там он обратился к монахам. «О, монахи!» «Да, достопочтенный», — ответили монахи. «О, монахи! Существует прямой путь, ведущий к очищению существ, преодолению горя и скорби, прекращению страданий и бед, выхода на правильный путь, обретению правильного метода и осуществлению ниббаны. Это четыре основы памятования. Каковы же эти четыре?» Вот монах, находясь в теле, пребывает в созерцании тела, усердный, осознанный, с памятованием, старающийся преодолеть жажду и отвращение по отношению к миру. Вот, находясь в чувствах, пребывает он в созерцании чувств, усердный, осознанный, с памятованием, старающийся преодолеть жажду и отвращение по отношению к миру. Вот, находясь в уме, пребывает он в созерцании ума, усердный, осознанный, с памятованием, старающийся преодолеть жажду и отвращение по отношению к миру. Вот, находясь в объектах ума, пребывает он в созерцании объектов ума, усердный, осознанный, с памятованием, старающийся преодолеть жажду и отвращение по отношению к миру. О, монахи! И как же, находясь в теле, пребывает монах в созерцании тела? Вот монах удаляется в лес, к подножию дерева или в пустую хижину, садится, скрестив ноги с выпрямленной спиной, установив внимание перед собой, он ровно и внимательно делает вдох, ровно и внимательно делает выдох. Делая долгий вдох, он знает, я делаю долгий вдох. Делая долгий выдох, он знает, я делаю долгий выдох. Делая короткий вдох, он знает, я делаю короткий вдох. Делая короткий выдох, он знает, я делаю короткий выдох. Созерцая тело дыхания, буду я вдыхать. Созерцая тело дыхания, буду я выдыхать. Так упражняется он. Успокаивая тело дыхания, буду я вдыхать. Успокаивая тело дыхания, буду я выдыхать. Так упражняется он. О, монахи! Как если бы искусный токарь или его ученик, если бы долго точил дерево, он знал бы, я долго точу дерево. Если бы он быстро точил дерево, он знал бы, я быстро точу дерево. Также у монахи и монах, делая долгий вдох, знает, я делаю долгий вдох. Делая долгий выдох, он знает, я делаю долгий выдох. Делая короткий вдох, он знает, я делаю короткий вдох. Делая короткий выдох, он знает, я делаю короткий выдох. Созерцая тело дыхания, буду я вдыхать. Созерцая тело дыхания, буду я выдыхать. Так упражняется он. Успокаивая тело дыхания, буду я вдыхать. Успокаивая тело дыхания, буду я выдыхать. Так упражняется он. Так, находясь внутри тела, пребывает он в созерцании тела. Так, находясь снаружи тела, пребывает он в созерцании тела. Так, находясь внутри и снаружи тела, пребывает он в созерцании тела. Созерцая факторы возникновения,
пребывает он в теле. Созерцая факторы исчезновения, пребывает он в теле. Созерцая факторы возникновения и исчезновения, пребывает он в теле. Вот тело, так его внимание устремлено к настоящему, только пока служит познанию, пока служит памятованию. Независимый живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в теле, пребывает монах в созерцании тела. Далее у монахи, когда монах идет, он ясно осознает, что он делает. Когда монах идет, он знает: «Я иду». Когда монах стоит, он знает: «Я стою». Когда монах сидит, он знает: «Я сижу». Когда монах лежит, он знает: «Я лежу». И каково положение его тела, всегда в точности знает он. Так, находясь внутри тела, пребывает он в созерцании тела. Так, находясь снаружи тела, пребывает он в созерцании тела. Так, находясь внутри и снаружи тела, пребывает он в созерцании тела. Наблюдая факторы возникновения, пребывает он в теле. Наблюдая факторы исчезновения, пребывает он в теле. Наблюдая факторы возникновения и исчезновения, пребывает он в теле. Вот тело, так его внимание устремлено к настоящему. Только пока служит познанию, пока служит памятованию, независимый живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в теле, пребывает монах в созерцании тела. Далее у монахи, когда монах идет и возвращается, он ясно осознает, что он делает. Когда монах сгибается и разгибается, он ясно осознает, что он делает. Когда монах смотрит прямо и в сторону, он ясно осознает, что он делает. Когда монах носит одежду и чашу, он ясно осознает, что он делает. Когда монах пьет, жует, пробует, глотает, он ясно осознает, что он делает. Когда монах освобождается от кала и мочи, он ясно осознает, что он делает. Когда монах идет, стоит, садится, ложится, засыпает и пробуждается, он ясно осознает, что он делает. Когда он разговаривает и молчит, он ясно осознает, что он делает. Так, находясь внутри тела, пребывает он в созерцании тела. Так, находясь снаружи тела, пребывает он в созерцании тела. Так, находясь внутри и снаружи тела, пребывает он в созерцании тела. Наблюдая факторы возникновения, пребывает он в теле. Наблюдая факторы исчезновения, пребывает он в теле. Наблюдая факторы возникновения и исчезновения, пребывает он в теле. Вот тело, так его внимание устремлено к настоящему. Только пока служит познанию, пока служит памятованию, независимый живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в теле, пребывает монах в созерцании тела. Далее у монахи. Вот монах созерцает это тело от подошв вверх и от макушки вниз. Тело, обтянутое кожей, наполненное всяческими нечистотами. В этом теле есть кости,
и щи, сухожилия, мясо, жир, пот, гной, кал, моча, желудок, печень, почки, легкие, диафрагма, сердце, зубы, мозг, язык, волосы на голове, волосы на теле. О, монахи, как если бы была открытая корзина, наполненная фасолью, рисом, чечевицей, кунжутом. Человек с хорошим зрением мог бы рассмотреть ее и увидеть. Вот рис, вот чечевица, вот фасоль, вот кунжут. Также у монахи. И монах созерцает это тело от подошв вверх и от макушки вниз. Тело, обтянутое кожей, наполненное всяческими нечистотами. В этом теле есть кости, хрящи, сухожилия, мясо, жир, пот, гной, кал, моча, желудок, печень, почки, легкие, сердце, диафрагма, мозг, зубы, глаза, волосы на голове и на теле. Так, находясь внутри тела, пребывает монах в созерцании тела. Так, находясь снаружи тела, пребывает монах в созерцании тела. Так, находясь внутри и снаружи тела, пребывает монах в созерцании тела. Наблюдая факторы возникновения, пребывает он в теле. Наблюдая факторы исчезновения, пребывает он в теле. Наблюдая факторы возникновения и исчезновения, пребывает он в теле. Вот тело, так его внимание устремлено к настоящему. Только пока служит познанию, пока служит памятованию, независимый живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в теле, пребывает монах в созерцании тела. Далее у монахи. Вот монах созерцает это тело по элементам. В этом теле есть элемент земли, элемент воды, элемент воздуха, элемент огня. О монахи, как если бы искусный мясник или его ученик зарезал корову, разрубил ее на куски и уселся на перекрестке четырех дорог. Также и монах, находясь в подходящем месте в подходящее время, созерцает это тело по элементам. В этом теле есть элемент земли, элемент воды, элемент воздуха, элемент огня. Так, находясь внутри тела, пребывает он в созерцании тела. Так, находясь снаружи тела, пребывает он в созерцании тела. Так, находясь внутри и снаружи тела, пребывает он в созерцании тела. Наблюдая факторы возникновения, пребывает он в теле. Наблюдая факторы исчезновения, пребывает он в теле. Наблюдая факторы возникновения и исчезновения, пребывает он в теле. Вот тело, так его внимание устремлено к настоящему. Только пока служит познанию, пока служит памятованию, независимый живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в теле, пребывает монах в созерцании тела. Далее, монахи, когда монах увидит тело, выброшенное на погребальное поле, через день после смерти, через два дня после смерти, раздувшееся и посиневшее,
Он прилагает увиденное и к собственному телу. И это тело таково же, и оно также устроено, и оно не избежит этой участи. И когда он увидит тело, выброшенное на погребальное поле, тело, пожираемое коршунами, пожираемое стервятниками, пожираемое шакалами и собаками, пожираемое всевозможными червями и воронами, он прилагает увиденное и к собственному телу. И это тело таково же, и оно также устроено, и оно не избежит этой участи. И когда он увидит тело, выброшенное на погребальное поле, скелет, скрепленный сухожилиями, лишенный кожи, кровоточащее мясо, он прилагает увиденное к собственному телу, и это тело таково же, и оно также устроено, и оно не избежит этой участи. И когда он увидит тело, выброшенное на погребальное поле, скелет, скрепленный сухожилиями, с кусками мяса, запятнанной кровью, он прилагает увиденное и к собственному телу. И это тело таково же, и оно также устроено, и оно не избежит этой участи. И когда он увидит тело, выброшенное на погребальное поле, скелет, скрепленный сухожилиями, лишенный мяса и крови, он прилагает увиденное к собственному телу. И это тело таково же, и оно также устроено, и оно не избежит этой участи. И когда он увидит тело, выброшенное на погребальное поле, кости, разбросанные в разных направлениях, там кости таза, там кости ступни, там кости бедра, там кости позвоночника, там кости голени, там кости черепа, он прилагает увиденное и к собственному телу. И это тело таково же, и оно также устроено, и оно не избежит этой участи. Когда он увидит тело, выброшенное на погребальное поле, побелевшие кости цвета раковины, он прилагает увиденное и к собственному телу. И это тело таково же, и оно также устроено, и оно не избежит этой участи. И когда он увидит тело, выброшенное на погребальное поле, кости, пролежавшие много лет, он прилагает увиденное и к собственному телу. И это тело таково же, и оно также устроено, и оно не избежит этой участи. Когда он увидит тело, выброшенное на погребальное поле, кости, истлевшие и превратившиеся в прах, он прилагает увиденное к собственному телу. И это тело таково же, и оно также устроено, и оно не избежит этой участи. Так, находясь внутри тела, пребывает он в созерцании тела. Так, находясь снаружи тела, пребывает он в созерцании тела. Так, находясь внутри и снаружи тела, пребывает он в созерцании тела. Наблюдая факторы возникновения, пребывает он в теле. Наблюдая факторы исчезновения, пребывает он в теле. Наблюдая факторы возникновения и исчезновения, пребывает он в теле. Вот тело.
так его внимание устремлено к настоящему. Только пока служит познанию, пока служит памятованию, независимый живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в теле, пребывает монах в созерцании тела. Далее у монахи. Как же, находясь в чувствах, пребывает монах в созерцании чувств? Когда в нем есть приятное чувство, он знает, во мне есть приятное чувство. Когда в нем есть мучительное чувство, он знает, во мне есть мучительное чувство. Когда в нем нет ни приятного, ни мучительного чувства, он знает, во мне нет ни приятного, ни мучительного чувства. Когда в нем есть приятное чувство, связанное с мирской жизнью, он знает, во мне есть приятное чувство, связанное с мирской жизнью. Когда в нем есть приятное чувство, связанное со сверхмирской жизнью, он знает, во мне есть приятное чувство, связанное со сверхмирской жизнью. Когда в нем есть неприятное чувство, связанное с мирской жизнью, он знает, во мне есть неприятное чувство, связанное с мирской жизнью. Когда в нем есть неприятное чувство, связанное со сверхмирской жизнью, он знает, во мне есть неприятное чувство, связанное со сверхмирской жизнью. Когда в нем нет ни приятного, ни неприятного чувства, связанного с мирской жизнью, он знает, во мне нет ни приятного, ни неприятного чувства, связанного с мирской жизнью. Когда в нем нет ни приятного, ни неприятного чувства, связанного со сверхмирской жизнью, он знает, во мне нет ни приятного, ни неприятного чувства, связанного со сверхмирской жизнью. Как, находясь внутри чувств, пребывает он в созерцании чувств. Так, находясь снаружи чувств, пребывает он в созерцании чувств. Так, находясь внутри и снаружи чувств, пребывает он в созерцании чувств. Наблюдая факторы возникновения, пребывает он в чувствах. Наблюдая факторы исчезновения, пребывает он в чувствах. Наблюдая факторы возникновения и исчезновения, пребывает он в чувствах. Вот чувство, так его внимание устремлено к настоящему. Только пока служит познанию, пока служит памятованию, независимый живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в чувствах, пребывает монах в созерцании чувств. Далее у монахи. Как же, находясь в уме, пребывает монах в созерцании ума? А уме со страстью он знает, это ум со страстью. А уме без страсти, он знает, это ум без страсти. А уме с недоброжелательностью, он знает, это ум с недоброжелательностью. А уме свободным от недоброжелательности, он знает, это ум свободный от недоброжелательности. А уме с заблуждением, он знает, это ум с заблуждением. А уме без заблуждения, он знает, это ум без заблуждения. А уме с ленью и сонливостью, он знает, это ум с ленью и сонливостью. А уме с беспокойством и терзаниями, он знает, это ум с беспокойством и терзаниями.
мирском состоянии ума. Он знает, это мирское состояние ума. О сверхмирском состоянии ума. Он знает, это сверхмирское состояние ума. О уме, который можно превзойти. Он знает, это ум, который можно превзойти. О уме, который нельзя превзойти. Он знает, это ум, который нельзя превзойти. О освобожденном уме. Он знает, это освобожденный ум. О неосвобожденном уме. Он знает, это неосвобожденный ум. Так, находясь внутри ума, пребывает он в созерцании ума. Так, находясь снаружи ума, пребывает он в созерцании ума. Так, находясь внутри и снаружи ума, пребывает он в созерцании ума. Наблюдая факторы возникновения, пребывает он в уме. Наблюдая факторы исчезновения, пребывает он в уме. Наблюдая факторы возникновения и исчезновения, пребывает он в уме. Вот ум, так его внимание устремлено к настоящему. Только пока служит познание, пока служит памятование, независимый живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в уме, пребывает монах в созерцании ума. Далее у монахи, как же находясь в объектах ума, пребывает монах в созерцании объектов ума. Вот находясь в объектах ума, пребывает монах в созерцании объектов ума, а именно пяти препятствий. Когда в нем есть чувственное желание, он знает, во мне есть чувственное желание. Когда в нем нет чувственного желания, он знает, во мне нет чувственного желания. Как происходит возникновение несуществовавшего чувственного желания, он знает. И он знает, как происходит исчезновение возникшего чувственного желания. И он знает, как в будущем впредь более не происходит возникновение исчезнувшего чувственного желания. Когда в нем есть враждебность и отвращение, он знает, во мне есть враждебность и отвращение. Когда в нем нет отвращения, он знает, во мне нет отвращения. Как происходит возникновение несуществовавшего отвращения и враждебности, он знает. И он знает, как происходит исчезновение возникшей враждебности. И он знает, как в будущем впредь более не происходит возникновение исчезнувшей враждебности. Когда в нем есть лень и сонливость, он знает, во мне есть лень и сонливость. Когда в нем нет лени и сонливости, он знает, во мне нет лени и сонливости. Он знает, как происходит возникновение несуществовавшей лени и сонливости. И он знает, как происходит исчезновение возникшей лени и сонливости. И он знает, как в будущем впредь более не происходит возникновение исчезнувшей лени и сонливости. Когда в нем есть беспокойство и терзание, он знает, во мне есть беспокойство и терзание. Когда в нем нет беспокойства и терзания, он знает, во мне нет беспокойства и терзания. Как происходит возникновение несуществовавших беспокойств и терзаний, он знает. И он знает, как происходит исчезновение возникших беспокойств и терзаний. И он знает, как в будущем впредь более не происходит возникновение исчезнувших беспокойств и терзаний. Когда в нем есть неуверенность, он знает, во мне есть неуверенность.
Когда в нем нет неуверенности, он знает, во мне нет неуверенности. Он знает, как происходит возникновение несуществовавшей неуверенности. И он знает, как происходит исчезновение возникшей неуверенности. И он знает, как в будущем впредь более не происходит возникновение исчезнувшей неуверенности. Так, находясь в объектах ума, пребывает он в созерцании объектов ума. Так, находясь снаружи объектов ума, пребывает он в созерцании объектов ума. Так, находясь внутри и снаружи объектов ума, пребывает он в созерцании объектов ума. Вот объекты ума, так его внимание устремлено к настоящему, только пока служит познанию, пока служит памятованию, независимый живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в объектах ума, пребывает монах в созерцании объектов ума, а именно пяти препятствий. Далее у монахи, как же, находясь в объектах ума, пребывает монах в созерцании объектов ума, а именно пяти групп привязанности. Он знает, таково телесное, таково возникновение телесного, таково исчезновение телесного. Он распознает, таково чувство, таково возникновение чувства, таково исчезновение чувства. Он распознает, таково восприятие, таково возникновение восприятия, таково исчезновение восприятия. Он распознает, таковы умственные конструкции, таково возникновение умственных конструкций, таково исчезновение умственных конструкций. Он распознает, таково сознание, таково исчезновение, таково возникновение сознания и таково исчезновение сознания. Так, находясь внутри объектов ума, пребывает он в созерцании объектов ума. Так, находясь снаружи объектов ума, пребывает он в созерцании объектов ума. Так, находясь внутри и снаружи объектов ума, пребывает он в созерцании объектов ума. Наблюдая факторы возникновения, пребывает он в объектах ума. Наблюдая факторы исчезновения, пребывает он в объектах ума. Наблюдая факторы возникновения и исчезновения, пребывает он в объектах ума. Вот объекты ума, так его внимание устремлено к настоящему. Только пока служит познанию, пока служит памятованию, независимый живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в объектах ума, пребывает монах в созерцании объектов ума, а именно пяти групп привязанности. Далее у монахи, как же, находясь в объектах ума, пребывает монах в созерцании объектов ума, а именно шести сфер внешнего и внутреннего восприятия. Вот, находясь в объектах ума, пребывает он в созерцании объектов ума, а именно шести сфер внешнего и внутреннего восприятия. Он распознает глаз и форму, и оковы ими порождаемые. Он распознает, как происходит возникновение несуществовавших оков. Он распознает, как происходит исчезновение возникших оков. И он распознает, как в будущем впредь более не происходит возникновение исчезнувших оков. Он распознает ухо и звуки, и оковы ими порождаемые.
Он распознает, как происходит возникновение несуществовавших оков. Он распознает, как происходит исчезновение возникших оков. И он распознает, как в будущем впредь более не происходит возникновение исчезнувших оков. Он распознает нос и запахи, и оковы ими порождаемые. Он распознает, как происходит возникновение несуществовавших оков. Он распознает, как происходит исчезновение возникших оков. И он распознает, как в будущем впредь более не происходит возникновение исчезнувших оков. Он распознает язык и вкусы, и оковы ими порождаемые. Он распознает, как происходит возникновение несуществовавших оков. Он распознает, как происходит исчезновение возникших оков. И он распознает, как в будущем впредь более не происходит возникновение исчезнувших оков. Он распознает тело и тактильные ощущения, и оковы ими порождаемые. Он распознает, как происходит возникновение несуществовавших оков. Он распознает, как происходит исчезновение возникших оков. И он распознает, как в будущем впредь более не происходит возникновение исчезнувших оков. Он распознает интеллект и идеи, и оковы ими порождаемые. Он распознает, как происходит возникновение несуществовавших оков. Он распознает, как происходит исчезновение возникших оков. И он распознает, как в будущем впредь более не происходит возникновение исчезнувших оков. Так, находясь внутри объектов ума, пребывает он в созерцании объектов ума. Так, находясь снаружи объектов ума, пребывает он в созерцании объектов ума. Так, находясь внутри и снаружи объектов ума, пребывает он в созерцании объектов ума. Вот объекты ума. Так его внимание устремлено к настоящему. Только пока служит познанию, пока служит памятованию, независимый живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в объектах ума, пребывает монах в созерцании объектов ума, а именно шести сфер внутреннего и внешнего восприятия. Далее у монахи. Вот, находясь в объектах ума, пребывает монах в созерцании объектов ума, а именно семи факторов пробуждения. Как же, находясь в объектах ума, пребывает монах в созерцании объектов ума, а именно семи факторов пробуждения? Когда в нем есть фактор пробуждения, развлечения качеств ума, он знает, во мне есть фактор пробуждения, развлечения качеств ума. Когда в нем нет фактора пробуждения, развлечения качеств ума, он знает, во мне нет фактора пробуждения, развлечения качеств ума. Он знает, как происходит возникновение несуществовавшего фактора пробуждения, развлечения качеств ума. И он знает, как происходит развитие и приведение к совершенству фактора пробуждения, развлечения качеств ума. Когда в нем есть фактор пробуждения настойчивость, он знает, во мне есть фактор пробуждения настойчивость. Когда в нем нет фактора пробуждения настойчивость, он знает, во мне нет фактора пробуждения настойчивость. Как происходит возникновение несуществовавшего фактора пробуждения настойчивости, он знает. И он распознает, как происходит развитие и приведение к совершенству фактора пробуждения настойчивости. Когда в нем есть фактор пробуждения восторг,
Он знает, во мне есть фактор пробуждения восторг. Когда в нем нет фактора пробуждения восторг, он знает, во мне нет фактора пробуждения восторг. Он распознает, как происходит возникновение несуществовавшего фактора пробуждения восторг. И он распознает, как происходит развитие и приведение к совершенству фактора пробуждения восторг. Когда в нем есть фактор пробуждения спокойствия, он знает, во мне есть фактор пробуждения спокойствия. Когда в нем нет фактора пробуждения спокойствия, он знает, во мне нет фактора пробуждения спокойствия. Он распознает, как происходит возникновение несуществовавшего фактора пробуждения спокойствия. И он распознает, как происходит развитие и приведение к совершенству фактора пробуждения спокойствия. Когда в нем есть фактор пробуждения сосредоточения, он знает, во мне есть фактор пробуждения сосредоточения. Когда в нем нет фактора пробуждения сосредоточения, он знает, во мне нет фактора пробуждения сосредоточения. Он распознает, как происходит возникновение несуществовавшего фактора пробуждения сосредоточения. И он распознает, как происходит развитие и приведение к совершенству фактора пробуждения сосредоточения. Когда в нем есть фактор пробуждения невозмутимое наблюдение, он знает, во мне есть фактор пробуждения невозмутимое наблюдение. Когда в нем нет фактора пробуждения невозмутимое наблюдение, он знает, во мне нет фактора пробуждения невозмутимое наблюдение. Он распознает, как происходит возникновение несуществовавшего фактора пробуждения невозмутимое наблюдение. И он распознает, как происходит развитие и приведение к совершенству фактора пробуждения невозмутимое наблюдение. Так, находясь внутри объектов ума, пребывает он в созерцании объектов ума. Так, находясь снаружи объектов ума, пребывает он в созерцании объектов ума. Так, находясь внутри и снаружи объектов ума, пребывает он в созерцании объектов ума. Наблюдая факторы возникновения, пребывает он в объектах ума. Наблюдая факторы исчезновения, пребывает он в объектах ума. Наблюдая факторы возникновения и исчезновения, пребывает он в объектах ума. Вот объекты ума, так его внимание устремлено к настоящему, только пока служит познанию, пока служит памятованию, независимый живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в объектах ума, пребывает монах в созерцании объектов ума, а именно семи факторов пробуждения. Далее, о монахе. Как же, находясь в объектах ума, пребывает монах в созерцании объектов ума, а именно четырех благородных истин? Он знает, таково страдание в соответствии с действительностью. Он знает, таков источник страдания в соответствии с действительностью. Он знает, таково исчезновение страдания в соответствии с действительностью. И он знает, таков путь, ведущий к прекращению страдания в соответствии с действительностью. А что такое страдание? Рождение – это страдание. Старение – это страдание. Болезни – это страдание. Смерть – это страдание. Печаль, слезы, боль, горе и отчаяние – это страдание. Соединение с неприятным – это страдание. Разлука с приятным – это страдание. Неполучение желаемого – это страдание. Короче говоря, пять групп привязанностей – это страдание.
А что такое рождение? Любое рождение, зарождение, возникновение, приход, появление групп, привязанностей и сфер чувств у разнообразных существ из той или иной группы существ. Вот что называется рождением. А что такое старение? Любое старение, одряхление, появление седины и морщин, ухудшение здоровья, упадок жизненных сил, ослабление способностей у разнообразных существ из той или иной группы существ, вот что называется старением. А что такое смерть? Умирание, уход, кончина, смерть, разрушение, исчезновение, разрушение групп, покидание тела, прекращение жизненной способности. Вот что называется смертью. А что такое печаль? Любая печаль, горе, внутренняя печаль, внутреннее горе, горе любого, кто страдает от несчастья, столкнувшегося с чем-то болезненным, вот что называется печалью. А что такое слезы? Плач, стоны, жалобный крик, рыдание, оплакивание любого, кто страдает от несчастья, столкнувшегося с чем-то болезненным. Вот что называется слезами. А что такое боль? Все, что переживается, как телесная боль, телесное неудобство. Боль и неудобство, вызванные телесным контактом. Вот что называется болью. А что такое горе? Все, что переживается, как душевная, психическая боль, психическое неудобство, боль и неудобство, вызванные контактом интеллекта, вот что называется горем. А что такое отчаяние? Любое отчаяние, безысходность, уныние. Любого, кто страдает от несчастья, соприкоснувшегося с чем-то мучительным, вот что называется отчаянием. А что такое страдание от разлуки с приятным? Когда не происходят желаемые, любимые, привлекательные зрительные образы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения, когда не происходит связь, контакт, взаимодействие, взаимоотношения с теми, кто желает тебе добра, кто желает тебе принести пользу, кто желает тебе удобства, кто желает тебе достичь покоя от привязанностей. С матерью, отцом, братом, сестрой, друзьями, родственниками или коллегами. Вот что называется страданием от разлуки с приятным. А что такое страдание от соединения с неприятным? Когда происходят нелюбимые, нежелательные, непривлекательные зрительные образы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения. Когда происходит связь, контакт, взаимодействие, взаимоотношения с теми, кто желает тебе зла, кто желает тебе принести вред, кто желает тебе неудобства, кто желает тебе не достичь покоя от привязанности. Вот что называется страданием от соединения с неприятным. А что такое страдание от неполучения желаемого? Вот у существ, подверженных рождению, рождается желание. О! Пусть мы не будем подвержены рождению. Пусть рождение с нами не происходит. Вот у существ, подверженных старению, рождаются желания.
О, пусть старение с нами не происходит. Пусть мы не будем подвержены старению. Вот у существ, подверженных смерти, рождается желание. О, пусть мы не будем подвержены смерти. Пусть смерть с нами не происходит. Вот у существ, подверженных печали, слезам, боли, горю и отчаянию, рождается желание. О, пусть мы не будем подвержены печали, слезам, боли, горю и отчаянию. Пусть печаль, слезы, боль, горе и отчаяние с нами не происходят. Но этого нельзя достичь желанием. В этом состоит страдание от неполучения желаемого. А что такое пять групп привязанностей, которые, короче говоря, являются страданием? Телесная как группа привязанности, чувство как группа привязанности, восприятие как группа привязанности, намерение как группа привязанности, сознание как группа привязанности. Именно эти пять групп привязанностей, которые, короче говоря, являются страданием. В этом состоит благородная истина о страдании. А в чем состоит благородная истина о возникновении страдания, о причине страдания? Жажда, являющаяся причиной повторных рождений, сопровождаемая страстью и наслаждением, находящая удовольствие то в одном, то в другом, то есть жажда чувствования, жажда становления. А в чем эта возникающая жажда возникает, и в чем эта обитающая жажда обитает? Что бы ни казалось в мире приятным и милым, в этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. А что в мире кажется приятным и милым? Глаз в мире кажется приятным и милым, в этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Ухо в мире кажется приятным и милым, в этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Нос в мире кажется приятным и милым, в этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Язык в мире кажется приятным и милым, в этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Тело в мире кажется приятным и милым, в этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Интеллект в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Формы в мире кажутся приятными и милыми. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Звуки в мире кажутся приятными и милыми. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Запахи в мире кажутся приятными и милыми. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Вкусы в мире кажутся приятными и милыми. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Тактильные ощущения в мире кажутся приятными и милыми. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Идеи в мире кажутся приятными и милыми. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. С
Сознание глаза в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Сознание носа в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Сознание уха в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Сознание языка в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Сознание тела в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Контакт глаза в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Контакт уха в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Контакт носа в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Контакт языка в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Контакт тела в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Контакт интеллекта в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Чувство, рожденное контактом глаза в мире, кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Чувство, рожденное контактом уха в мире, кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Чувство, рожденное контактом носа в мире, кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Чувство, рожденное контактом языка в мире, кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Чувство, рожденное контактом тела в мире, кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Чувство, рожденное контактом интеллекта в мире, кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Восприятие форм в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Восприятие звуков в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Восприятие запахов в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Восприятие вкусов в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Восприятие тактильных ощущений в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Намерение по отношению к формам в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Намерение по отношению к звукам в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Намерение по отношению к запахам в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Намерение по отношению к вкусам в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Намерение по отношению к тактильным ощущениям в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Намерение по отношению к идеям в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Жажда по отношению к формам в мире кажется приятной и милой. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Жажда по отношению к звукам в мире кажется приятной и милой.
В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Жажда по отношению к запахам в мире кажется приятной и милой. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Жажда по отношению к вкусам в мире кажется приятной и милой. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Жажда по отношению к тактильным ощущениям в мире кажется приятной и милой. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Жажда по отношению к идеям в мире кажется приятной и милой. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Размышление о формах в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Размышление о звуках в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Размышление о запахах в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Рассуждение о вкусах в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Рассуждение о тактильных ощущениях в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Рассуждение о идеях в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Изучение форм в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Изучение звуков в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Изучение запахов в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Изучение вкусов в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Изучение тактильных ощущений в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. Изучение идей в мире кажется приятным и милым. В этом возникающая жажда возникает и обитающая обитает. В этом состоит благородная истина о происхождении страдания. В чем состоит благородная истина о прекращении страдания? Полное угасание и прекращение, покидание и оставление, освобождение и избавление от этой самой жажды. А в чем эта покидаемая жажда покидается? И прекращаемое прекращается. А в чем эта оставляемая жажда оставляется и прекращаемое прекращается? Что бы ни казалось в мире приятным и милым, в этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемое прекращается. А что в мире кажется приятным и милым? Глаз в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Ухо в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Нос в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Язык в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Тело в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается.
Интеллект в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Формы в мире кажутся приятными и милыми. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Звуки в мире кажутся приятными и милыми. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Запахи в мире кажутся приятными и милыми. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Вкусы в мире кажутся приятными и милыми. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Тактильные ощущения в мире кажутся приятными и милыми. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Идеи в мире кажутся приятными и милыми. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Сознание глаза в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Сознание уха в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Сознание носа в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Сознание языка в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Сознание тела в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Сознание интеллекта в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Контакт глаза в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Контакт уха в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Контакт носа в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Контакт языка в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Контакт тела в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Контакт интеллекта в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Чувство, рожденное контактом глаза в мире, кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Чувство, рожденное контактом уха в мире, кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Чувство, рожденное контактом носа в мире, кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Чувство, рожденное контактом языка в мире, кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Чувство, рожденное контактом тела в мире, кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Чувство, рожденное контактом интеллекта в мире, кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Восприятие форм в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Восприятие звуков в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Восприятие запахов в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Восприятие вкусов в мире кажется приятным и милым. В этом
оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Восприятие идей в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Намерение по отношению к формам в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Намерение по отношению к звукам в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Намерение по отношению к запахам в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Намерение по отношению к вкусам в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Намерение по отношению к тактильным ощущениям в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Намерение по отношению к идеям в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Жажда по отношению к формам в мире кажется приятной и милой. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Жажда по отношению к звукам в мире кажется приятной и милой. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Жажда по отношению к запахам в мире кажется приятной и милой. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Жажда по отношению к вкусам в мире кажется приятной и милой. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Жажда по отношению к тактильным ощущениям в мире кажется приятной и милой. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Жажда по отношению к идеям в мире кажется приятной и милой. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Размышление о формах в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Размышление о идеях, размышление о звуках в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Размышление о запахах в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Размышление о вкусах в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Размышление о тактильных ощущениях в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Размышление о идеях в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Размышление о идеях в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Изучение форм в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Изучение звуков в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Изучение запахов в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Изучение вкусов в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется и прекращаемая прекращается. Изучение тактильных ощущений в мире кажется приятным и милым.
В этом оставляемая жажда оставляется, и прекращаемая прекращается. Изучение идей в мире кажется приятным и милым. В этом оставляемая жажда оставляется, и прекращаемая прекращается. В этом состоит благородная истина о прекращении страдания. В чем состоит благородная истина о пути практики, ведущем к прекращению страданий? Именно этот благородный восьмеричный путь. 1. Правильное понимание. 2. Правильная решимость. 3. Правильная речь. 4. Правильные действия. 5. Правильный образ жизни. 6. Правильное усилие. 7. Правильное памятование. 8. Правильное сосредоточение. А что такое правильное понимание? Знание о страдании. Знание о происхождении страдания. Знание о прекращении страданий. Знание о пути практики, ведущем к прекращению страдания. Именно это называется правильным пониманием. А что такое правильная решимость? Решимость, направленная на отречение. Решимость, направленная на свободу от зла. Решимость, направленная на непричинение вреда. Вот что называется правильной решимостью. Что такое правильная речь? Воздержание от лжи, воздержание от речи, сеющей рознь, воздержание от грубой речи, воздержание от пустой болтовни. Вот что называется правильной речью. Что такое правильное действие? Воздержание от лишения жизни. Воздержание от взятия того, что не дано, от воровства. Воздержание от половых сношений. Вот что называется правильным действием. А что такое правильный образ жизни? Вот благородный приверженец, оставив нечестный образ жизни, начинает жить в соответствии с правильным образом жизни. Это называется правильным образом жизни. А что такое правильное усилие? Вот монах вызывает в себе желание, прилагает все силы, вырабатывает настойчивость, поддерживает и проявляет свое намерение ради недопущения возникновения еще не существующих, неумелых умственных качеств. Вот монах, вызывает в себе желание, прилагает все силы, вырабатывает настойчивость, поддерживает и проявляет свое намерение ради прекращения уже существующих, неумелых умственных качеств. Вот монах, вызывает в себе желание, прилагает все силы, вырабатывает настойчивость, поддерживает и проявляет свое намерение ради зарождения еще не существующих умелых умственных качеств. Вот монах вызывает в себе желание, прилагает все силы, вырабатывает настойчивость, поддерживает и проявляет свое намерение ради поддержания, сохранения, обилия, увеличение, развитие и приведение к совершенству умелых умственных качеств. Именно это называется правильным усилием. А что такое правильное памятование? Вот монах, находясь в теле, пребывает в созерцании тела. Усердный, осознанный, с памятованием, старающийся преодолеть жажду и отвращение по отношению к миру. Вот, находясь в чувствах,
пребывает он в созерцании чувств, усердный, осознанный, с памятованием, старающийся преодолеть жажду и отвращение по отношению к миру. Вот, находясь в уме, пребывает он в созерцании ума, усердный, осознанный, с памятованием, старающийся преодолеть жажду и отвращение по отношению к миру. Вот, находясь в объектах ума, пребывает он в созерцании объектов ума, усердный, осознанный, с памятованием, старающийся преодолеть жажду и отвращение по отношению к миру. Именно это называется правильным памятованием. Что такое правильное сосредоточение? Вот монах, совершенно освободившись от чувственных удовольствий, освободившись от неискусных качеств ума, входит и остается в первой джхане. Восторг и удовольствие, рожденные непривязанностью, сопровождаемые размышлением и изучением. Вот монах, с прекращением рассуждения и изучения, входит и остается во второй джхане. Восторг и удовольствие, рожденные сосредоточением, с внутренней уверенностью, свободные от рассуждения и изучения. С угасанием восторга он пребывает в невозмутимом наблюдении. Он входит и остается в третьей джхане. Осознанность с памятованием, сопровождаемые физическим удовольствием. О нем благородные говорят: в удовольствии живет тот, кто невозмутимо различает. С отбрасыванием удовольствия и страдания, как ранее исчезли радость и горе, он входит и остается в четвертой джхане. Памятование, очищенное невозмутимым наблюдением, ни удовольствия, ни страдания. Именно это называется правильным сосредоточением. В этом состоит благородная истина о пути практики, ведущем к прекращению страданий. Плод практики четырех основ памятования. Любой, кто будет практиковать таким образом четыре основы памятования в течение 7 лет, сможет получить один из следующих двух плодов. Высшее знание, арханство, здесь и сейчас, либо, если остаток привязанности все еще сохраняется, состояние невозвращения. О, не будем принимать за меру 7 лет. Если кто-либо будет практиковать 4 основы памятования таким образом в течение 6 лет, он сможет получить один из следующих двух плодов – высшее знание здесь и сейчас, либо, если остаток привязанности все еще сохраняется, состояние невозвращения. О, не будем принимать за меру 6 лет. Если кто-либо будет практиковать таким образом 4 основы памятования, в течение 5 лет он сможет получить один из следующих двух плодов – высшее знание здесь и сейчас, либо, если остаток привязанности все еще сохраняется, состояние невозвращения. О, не будем принимать за меру 5 лет. Если кто-либо будет практиковать таким образом 4 основы памятования в течение 4 лет, он сможет получить один из следующих двух плодов. Высшее знание, арханство, здесь и сейчас. Либо, если остаток привязанности все еще сохраняется, состояние невозвращения. О, не будем принимать за меру 4 года. Если кто-либо будет практиковать таким образом 4 основы памятования в течение 3 лет,
он сможет получить один из следующих двух плодов – высшее знание здесь и сейчас, либо, если остаток привязанности все еще сохраняется, состояние невозвращения. О, не будем принимать за меру 3 года. Если кто-либо будет практиковать таким образом 4 основы памятования в течение 2 лет, он сможет получить один из следующих 2 плодов. Высшее знание арханства здесь и сейчас, либо, если остаток привязанности все еще сохраняется, состояние невозвращения. О, не будем принимать за меру 2 года. Если кто-либо будет практиковать таким образом 4 основы памятования в течение 1 года, он сможет получить один из следующих 2 плодов. Высшее знание арханства здесь и сейчас, либо, если остаток привязанности все еще сохраняется, состояние невозвращения. О, не будем принимать за меру 1 год. Если кто-либо будет практиковать таким образом 4 основы памятования в течение 7 месяцев, он сможет получить один из следующих 2 плодов. Высшее знание арханства здесь и сейчас, либо, если остаток привязанности все еще сохраняется, состояние невозвращения. О, не будем принимать за меру 7 месяцев. Если кто-либо будет практиковать таким образом 4 основы памятования в течение 6 месяцев, он сможет получить один из следующих 2 плодов. Высшее знание здесь и сейчас, либо, если остаток привязанности все еще сохраняется, состояние невозвращения. О, не будем принимать за меру 6 месяцев. Если кто-либо будет практиковать таким образом 4 основы памятования в течение 4 месяцев, он сможет получить один из следующих 2 плодов. Высшее знание здесь и сейчас, либо, если остаток привязанности все еще сохраняется, состояние арханства. О, не будем принимать за меру 4 месяца. Если кто-либо будет практиковать таким образом 4 основы памятования, он сможет получить один из следующих 2 плодов. Высшее знание арханства здесь и сейчас, либо, если остаток привязанности все еще сохраняется, состояние невозвращения. О, не будем принимать за меру 4 месяца. Если кто-либо будет практиковать таким образом 4 основы памятования в течение 3 месяца, он сможет получить один из следующих 2 плодов. Высшее знание арханства, либо, если остаток привязанности все еще сохраняется, состояние невозвращения. О, не будем принимать за меру 3 месяца. Если кто-либо будет практиковать таким образом 4 основы памятования в течение 1 месяца, в течение 1 месяца он сможет получить один из следующих 2 плодов. Высшее знание арханства, либо, если остаток привязанности все еще сохраняется, состояние невозвращения. О, не будем принимать за меру 1 месяц. Если кто-либо будет практиковать 4 основы памятования таким образом в течение 1/2 месяца, он сможет получить один из следующих 2 плодов. Высшее знание арханства здесь и сейчас, либо, если остаток привязанности все еще сохраняется, состояние невозвращения. О, не будем принимать за меру 1/2 месяца. Если кто-либо будет практиковать таким образом 4 основы памятования в течение недели, он сможет получить один из следующих 2 плодов. Высшее знание арханства здесь и сейчас, либо, если остаток привязанности все еще сохраняется, состояние невозвращения. Таков прямой путь, ведущий к очищению существ, преодолению горя и слез, прекращению страданий и бед, выхода на правильный путь, обретению правильного метода и осуществлению ниббаны, а именно 4 основы памятования. Так было сказано, и об этом было сказано. Так сказал благословенный,
радостные сердцем монахи восхитились его словам. Пусть это поучение о четырех основах памятования, большое поучение о четырех основах памятования, поможет живым существам осуществить ниббану, навсегда освободиться от страданий и навсегда исчезнуть. Пусть на пути к ниббане вы будете счастливы и благополучны, свободны от страданий, свободны от злобы, жадности и неведения.